Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня я играю в CS Global Offensive, и сегодня я вас научу, как правильно стрелять с АВП. Для этого вам нужно АВП и друг, который научит вас играть, ну точнее, просто будет стоять на месте. Для этого вам нужно АВП, не обязательно, чтобы как у меня, но главное, чтобы оно было. Хоть стандартное, хоть какое. Как бы скины не имеют никакого значения в убийстве, кроме Star Trek'а. В общем, для этого нам нужен АВП. Дальше мы подходим к нашему врагу и стреляем в него. Если вы играете без прицела, то это сложнее. В общем, я стреляю без прицела и убиваю его. Сейчас мы посмотрим еще одну тактику, которую я придумал. Но что делать, если наш враг спрятался? Ну, например, вот так, как показано в этом видеоролике. Например, наш враг... Например, наш враг спрятался там. Ну вот, например. И вы просто не можете до него дострелить. Например, у него тоже АВП. Но как вы его можете убить? Для этого залазим куда-нибудь и стреляйте отсюда. Просто можно присесть или сюда присесть, смотря с какой вы руки стреляете. Вот так вот из угла прицеливайтесь до второй и цельтесь в голову, убивая его в хедшот. Это очень помогает, так что играйте. Но что делать, если ваш враг просто хочет вас убить, но вы просто не знаете, где он, и он вас стреляет? Вот как показано на этом видео. В общем, что мы делаем? Например, наш враг находится где-то здесь. Мы просто его не можем найти, и вдруг заканчивается раунд. Мы бегаем с ножом, чтобы там как-то убить. Что мы делаем дальше? Мы идем сюда. То есть забираемся на, в общем, туда, где будет проще его убить, точнее найти. Например, мы его нашли уже. Ну и просто я сейчас для прикола просто запрыгну сюда, потому что здесь интереснее. Например, вот мы его нашли, но я не знаю, получится, нет. Нет, это было... Нет, я еще живой, нормально, давайте повторим. Все нормально, я думал долечу. Нет, видимо нет. В общем, забудьте то, что я сейчас сделал. Как бы этого не было. Ладно. В общем, да, мы зашли сюда, и что же мы здесь видим? Нашего врага. Но он в нас стреляет, а у нас нет прикрытия, чтобы его убить. Что мы делаем? Так, а что мы можем вообще сделать? Ведь нет укрытий, и как можно убить врага? Ведь это просто невозможно. Для этого просто спрыгивать вот сюда, или не сюда, но в общем туда, где можно, здесь можно. Запрыгивайте и стреляйте ему в хедшот. Вот так вот. Присядь, блин, уже. В общем, не знаю, он не присядывается. Так. Берем и убиваем его. Хедшот. Вот и все. То есть, где бы враг ни сидел, все равно вы его там можете достать и убить. В общем, как-то так. В общем, если вам понравился этот видеоролик, то обязательно поставьте под ним лайк. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Не забывайте добавляться ко мне ВКонтакте ID53554463. Добавляйтесь в ВК этого парня. У него есть тоже свой YouTube, но не подписывайтесь туда, там нет видео. Там есть одно видео, но оно тупое. В общем, добавляйтесь только ВКонтакте, там прикольные тоже записи у него. И, конечно, заходите в группу ВКонтакте Нубас, там тоже офигенно как интересно. И, в общем, всем удачи и всем пока!